презентацию. У меня два вопроса. Первый, значит, кого вы видите на рынке отрасли банковской? Кого вы рассматриваете в качестве бенчмарка по удаленным каналам доступа? Вы себя хотите услышать сейчас? Ну, вы возвращаете вопрос, я могу ответить на него, но все-таки я вам вопрос задаю, раз уж вы сказали. Вот. И второй вопрос, что будет дальше, да? Потому что согласен с коллегой из Уральского банка реконструкции и развития, что все очень очевидно, да, там топ-20, топ-30, все, что имеем. Через год, через два, что будет нового, может быть, без конкретики, но какие-то будут там общие направления, тренды, что будет дальше? Но...